всем, кто сейчас смотрит канал Уральская усадьба, привет! Сегодня у нас 12 мая 2017 года. Построили мы теплицу павильон шириной 3 метра, длиной 5 метров. Так, каркас теплицы у нас сделан из профильной трубы 20×20, полимерно порошковая окраска. Арки у нас выполнены в виде ферм. Конструкция мощная, выдерживает большие и ветровые, и снеговые нагрузки. По торцам расположены разрезные двери, форточки. И сделана система подвязки под винитки на каждую сторону. Сама конструкция стоит на брусе 100 на 100, брус пропитан антисептиком. Поликарбонат 4 мм, 0,72 плотности. Всем зрителям канала Уральская усадьба привет! Сегодня у нас 14 мая 2017 года. Построили мы две теплицы, два павильона шириной 3 метра, длиной 5 метров. Обе конструкции абсолютно одинаковые, стоят на брусе 100 на 100, брус пропитан антисептиком. Поликарбонат 4 мм, 0,8 плотность. По торцам расположены разрезные двери, форточки. Сама конструкция у нас выполнена из трубы 20 на 20. Арки сделаны в виде ферм. Очень прочная, надежная конструкция, устойчивая к нагрузкам ветровым, снеговым. Также везде по торцам у нас резиновый уплотнитель для большей герметизации примыкания поликарбоната. Также все края у поликарбоната защищены торцевым профилем по всему периметру теплицы. В каждой теплице имеется система подвязки под винитки на каждую сторону. Вот такие получились две теплицы, одинаковые, две близняшки. На этом, пожалуй, все. Ставьте пальцы вверх. Задавайте вопросы, пишите свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!